Привет, ребят, с вами Юмилия, и сейчас я хочу посмотреть новый видеоклип от Crazy Mega Hella, ну то бишь Руслана. И честно говоря, поначалу я вообще думала, что этот клип будет каким-то диссом на Элли Ди, но затем мне мои друзья сказали, что здесь Руслан будет петь про спиннеры. Мода на них, конечно же, уже прошла, но Руслан почему-то делает клип именно сейчас. Ну ладно, давайте оценим, поехали! А может быть, кстати, он записывал клип раньше, но смог выпустить его только сейчас. Кто знает. Мне не нужен спиннер, ведь мои руки и так все время крутят. И так все время крутят, бой, так все время крутят. Ты не видел нас в клубе, ведь тебя туда не пустят. Тебя туда не пустят, бой, тебя туда не пустят. Я и не очень хочу как-то клуб. 7:15 на часах, шлю к чертям подруг, если им в 7:15 как тесак. Вчера мы за ночь умерли, с утра я встал на куриные круги и под глазами, ведь мои глаза под круг. Черная ночь, но белая тёлка. В этой тишине я все делаю громко. Я не про одну, ведь одно я же мало. Я говорю про четыре, будто последняя Сонька. О, боже, спина. Ветером сияет, как Архам Сити, Архам Найт. Последний рыцарь, мы курим дерьмо в салоне Бэтмобиле, слышь. Тысячи малышек пишут Тиндер, бычку в дирик, по жизни синий. Я кручусь, как Соник или фиджет спиннер. Твоя тёлка заросла, срочно дайте мне секатор. В этих джунглях я как Рэмбо, первая кровь из этой шмары. Я не фанат истории, разве что истории. В инстаграме ты звонил, но я гашусь. В моем телефоне две сим-карты в моей крови. Столько дерьма я днем и ночью не вменяем. Так что охуеет весь допинг контроль Олимпиад. Мне не нужен спиннер, ведь мои руки и так все время крутят. И так все минус время офигенный. Крутят, бой, так все время крутят. Ты не видел нас в клубе, ведь тебя туда не пустят. Тебя туда не пустят, бой, тебя туда не пустят. Мне не нужен спиннер, ведь мои руки и так все время крутят. И так все время крутят, бой, так все время крутят. Ты не видел нас в клубе, ведь тебя туда не пустят. Тебя туда не пустят, бой, тебя туда не пустят. Да я видел, как ты флексишь джинсы секонд-хенда, фишка с H&M. Видел твои кеды с рынка за копейки, лимитед коллекс. Бедный нищий рэпер, ты поднял культуру своим флоу как надо. Парень, ты вышел из гетто, получил ебало и пошел обратно. Хоми, я сияю ярко. Питер темный город, и здесь место солнца. Ты же как солярий, ведь ты жаришь тёлку ровно 5 минут и ни секунды больше. Звоню ей, помнишь, она гасит трубку вечера. Она была совсем не дома, ты узнаешь это из моих историй в инстаграме, что мы сняли прошлой ночью. О, боже. Мне не нужен спиннер, ведь мои руки и так все время крутят. И так все время крутят, бой, и так все время крутят. Ты не видел нас в клубе, ведь тебя туда не пустят. Тебя туда не пустят, бой, тебя туда не. Мне не нужен спиннер, ведь мои руки и так все время крутят. И так все время крутят, бой, и так все время крутят. Ты не видел нас в клубе, ведь тебя туда не пустят. Тебя туда не пустят, бой, тебя туда не пустят. Как вы заметили, я старалась по большей части молчать при просмотре данного видеоклипа. В принципе, сделан он, конечно же, очень-очень офигенно. Качество видео, качество звука и, о боже, этот великолепный минус. Не нравится мне, конечно, чутко смысл с этими клубами, ну и, конечно же, огромным количеством наркоты. Также вот эта фраза про то, что тебя в клуб не пустят, блин, камон, кому в наше время нужно вообще в клубы ходить, не знаю. Хотя я говорю только за себя, я никогда туда не ходила и как-то ходить туда даже и не хочу. Я знаю, что Руслан очень критично относится ко всем, кто младше 18 лет, и отказывается с ними фотографироваться, но недавно я увидела фоточку его с какой-то маленькой девочкой, и она сидела у него на коленках. Я не понимаю, сколько ему заплатили за то, чтобы он сделал это фото. Но, может быть, она какая-то особенная девушка для него, и именно с ней он тусил в клубе. Обязательно заходите на мой второй канал, там вышло новое видео. И с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Спасибо за просмотр, и всем пока!